И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня, сидя на просторах интернета, я нашел очень странную игру. Эта игра называется Ambassador. В этой игре мы будем играть за палец. Вот, в общем-то, да, вот и весь смысл. Мы палец, но на самом деле здесь не все так просто. На самом деле мы шпион, который вторгся в владение муравьев, чтобы покорить их город, и да... Да, да, привет, я ваш король, да, я муравей тоже. Да, ребят, во мне, в принципе, ничего страшного, я просто, я такой же муравей, как и вы. Так, хей, амбассадор, хорошо, и ты, вы мне, что мне нужно, тебе нужно помочь, что мне нужно сделать? Что должно тебе, ему нужно эту фигню сломать, что ли, или что? Давайте сломаем. Как это делается? Вы просто не представляете, как это тяжело вообще делается. Так, вроде бы я ему помог, и все, и бежим дальше. О май гад. Так, и следующее испытание, что? Hail Ambassador, Pertaken the Gates. Ага, мне нужно, типа, открыть эту дверь. Да, окей. Господи, как же это тяжело. Итак, берем так потихонечку и... Давай, давай, давай. Оу, yes. Я сделал это. А, еще второй рычаг нужно. Аккуратненько подходим, подносим и... Как подцепить-то? Давай, подцепляйся. Давай, ну как? Это, вы не представляете, как это просто тяжело управлять пальцем. Ну давай, давай. Может, какие-то кнопки нужно нажимать, я не знаю. А, так да, ну, да, на пробел, типа, все, оказывается, все очень легко, нифига себе. Я пробил им вообще ворота, нормально. Так, чё? Мне нужно что-то сломать, или нет? А, нет, не надо. Ну ладно. Так, где моя? А, мне нужно шляпочку ему, да? Как эту шляпочку тебе? Так, окей. Вот тебе шляпочку. Ой! Упс. Что я натворил? А, то есть я их не должен убивать. Окей. Ладно. Извини, чувак. Я не специально. Так, берем. Да, все. Бери свою шляпочку, все, она мне не нужна. Спасибо. И летим дальше. Тихо, чуть их не убил. Что он так? Что самое нахуй? А, типа должен с них... Я должен с них снять шля... Так, это будет очень тяжело, я чувствую, но я постараюсь. Так, тихо. Оп. Все. Тихо. Тут главная осторожность. Так и... Ладно, ничего страшного, в принципе, это легко. Дубль 2. Так, аккуратненько подносим палец. Аккуратненько. Так, давай. Как перышко. О, да, вообще просто офигенно получилось. Оу, yes. Так, давай, все, проносим им тут все здание. А, да, конечно, я очень рад вас видеть. Так, ага, привет, амбассадор. И теперь ты должен... Это Эра, она... Угу. Типа, я должен короновать, что? О май гад. Это ужасно. И как мне это делать? Так, ладно, подцепляем. Блин, как это взять-то? Так, давай, корона, подцепляйся. Молодец, давай. Так, аккуратненько. Тут, ладно, осторожность. Да блин, нет, корона, аккуратно, давай. Так, подходим и подцепляем. Отлично. Да блин, Давай, пальчик. Давай, пальчик, пожалуйста. Давай. Так, короче, ладно, я идея получше. Давайте я убью и заново начнем. Это что-то... Пардон. Нифига себе, я жесткий. Так, ладно, давайте попробуем еще раз все короновать. Так, аккуратненько подходим и берем. Так, и... Давай. Тупая корона. Так. Все, давай, корона. Лети навстречу судьбе. Ну давай. Как, каким образом я это должен делать? Ну блин. Эта корона очень ужасная. Давай. Берем так и подхватываем.
получилось. Так, аккуратненько, аккуратненько. Сейчас просто, главное, замереть, замереть. Спасибо тебе, Господи, я сделал это. О, боже. А, стоп. Что произошло? Несу, несу, все тихо, 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 тихо. No, God, please, no, no! Что, мать её, происходит? С этой тупой короной, по какого хрена она убивает ее? Я не понимаю, просто каким образом? Так, ладно, все. Сейчас главное, просто, как перышко. Получилось! Итак. О, ты чё, этот типа он мне угрожает? Да, что-то там я должен сражаться, что-то Антонио Ривелло Доминси. О боже, против меня выходит муравей, кто же выйдет, дикая ПВП. Меня не бомбит, меня не бомбит, все хорошо. Все хорошо, да, все хорошо. Все хорошо, да, да, да. Так, ладно, 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 да, все, ты готова, я готов взять эту хрень. Я готов взять эту хрень и короновать тебя уже в который раз. Так, чуть-чуть правее, чуть-чуть правее, чуть-чуть правее. Да! Все, да-да-да-да, я должен тебя убить, я знаю, 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 знаю. Я готов уже тебя убивать, давай. Угу. Ну давай, я хочу уже быстрее его убить. А, давай, давай. Давай драться. Ну чё, кто кого, да? Ну давай. Подхожу. Минус. Изи катка. Ура! Ура! Я выиграл, ура! Господи, наконец-то. Так, ну что дальше, давайте. Все? Или что? Серьезно? Это вся игра? У меня просто нет слов, но... Ну, в общем, ребят, на этом я, пожалуй, закончу. Если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и делитесь со своими друзьями. Ну, а с вами был Жека, и всем удачи, всем пока!